Так, всем привет, ребята, вы на канале Бутербродница. Ну что, ребята, настал тот злосчастный день или прекрасный день, не знаю, как его назвать. Вышла Call of Duty Black Ops 6. Неужели мы этого дождались? Каждый год выходит новая Call of Duty, мы всегда радуемся, как дети, а иногда не радуемся, да? Вот, давайте посмотрим, что компания, не будем тянуть время, но скажу одно. Есть телеграм-канал, ребят, там все новости, переходим туда, подписываемся, если вообще ничего не пропустить, что происходит на канале. Еще в телеге бывают розыгрыши. Пока очень редко, но чем больше вас станет, тем больше они будут происходить там. Так что давайте все в телегу, ребят. Би-би-би-би-би-би. Давайте жмем компания. Надеюсь, сейчас не сбросится, не надо будет заново делать захват там и все вот эти вот приколюхи-бубухи, короче, да? Походу нет, походу пошло все в одном, да? Нет, она перезапускается, блядь. Вы чё, серьезно? Она опять нахуй перезапускается. Опять надо новый захват, блядь, делать. Это что за приколы такие, а? Так. Вот так вот она, да, работает? Выбор операции... испытания какие-то. Что за испытания? Карьера, тайная операция. Вон что они добавили. Ну, давай. Слон берет ладью. Выбрать. Рядовой. Господин Горбачев, откройте эти ворота. А целый класс американского советских ядерных вооружений ликвидирован. Это означает, что эра ядерного разоружения началась. Вынудили мир вступить в войну. Мы будем придерживаться курса чего-то там. Фрэнк Вудс. Не может быть никакой паузы. И в этом не может быть никаких сомнений. Операция «Буря в пустыне» эффективна. Ну, заставка, я могу сказать, охуительная. Как всегда, это люди умеют делать. Ролики, заставки, это очень круто у них получается. Это было очень красиво. Прекрасно, аж мурашки встали на жопе. Вот. Но самое, что плохое и печально, огроменный минус, то, что русской озвучки нету. Вот это вообще, это лютый просто ужас. И с этим придется смириться, ребят. Очень сильно. Но не хочется, конечно, но придется. Вот. Я очень сильно расстроен тому, что русской озвучки нету. Так, а что она? Грузится или она зависла? Не, ну заставка реально шикарная. Прям вот прям... Вот ты на нее смотришь и прям хочется играть в игру сразу же. Очень сильно хочется. Чайку? Булочек? Чего-нибудь мы возьмем? Она так типа будет всегда грузиться или что? Мне даже стало интересно, сколько мы сейчас просидим, так и прождем загрузку. Сейчас прикиньте, она херак и зависла. Ну, в целом, знаете, если она даже зависнет, вылетит, я могу сказать, ничего удивительного. К этому мы уже, наверное, все уже привыкли, что Activision и Call of Duty — это мир багов. Оно прям, слушай, оно прям по миллиметру двигается. Вы можете... А, нет, смотри, оп, 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 пошло, пошло, пошло. Вы будете отрицать? Мы это уже обсудили. Чего еще вы хотите, Линстон? Довольно! Вы не подчинялись прямым приказам мистера Маршалла, когда стало ясно, что ваша чита... Не, я думаю, читать здесь бессмысленно. Просто давайте посмотрим. Хм. А кто быстро читает, успеет быстро прочитать. Вудс в костюмчике и на колясочке? Неплохо. Report,
That's why we're going to go over events again. Only this time, I want to hear it from Marshall. From the beginning. Ну это как всегда, что-то случилось, а потом они сидят, рассказывают всю историю. We're in position near the Iraq-Kuwait border. Small team. Me, Harrow, and Case. Да, сейчас мы будем участвовать в этом. 91-й год. Кувейт. Ебать, нихуя графика какая вдруг. Слушай, очень красивенько прям. I'm sure Lowry has paid top dollar to get himself out of the Middle East. Guess it doesn't really matter. He's coming with us. В 2К нереально красивенько. Roger ground, target confirmed. Waiting on your go. Over. Do it. Outlaw 42, you're clear to engage. Out. Let's go get him. Copy ground. Engaging it out. Кстати, если вы смотрите через Яндекс браузер, вы можете включить и будет перевод сразу. Будет круто, кстати. А еще на ВК меня смотрите. Если на Ютубе ничего не работает, я все ролики на ВК дублирую. Какие взрывы, да? We're in the middle of the convoy, and remember, Livingston wants a Lowy alive. Noted. Пора, straight to the Exville point. Yes, yes. Do not consider. 5 minutes. 5 минут, погнали. Давай. His guys will be well trained and heavily armed. Чё, рюкзак? О, а это нарисован рюкзак, это типа вот так вот, да? Так, а чё, я бежать не могу, пластины. Слушай, ну выглядит вроде прям... Прям красивенько выглядит, слушай. Подожди, это не наши же, да? Я что-то со всеми этими всякими лутерами-шутерами разучился бегать, блядь, и играть, стреляться. Ой. Так, а что у нас тут, смотри? А мы можем вот так взять, да? Так, у пулеметов нет отдачи. Я его взял. Спокойно, мы не причиним тебе вреда. У нас была сделка. Сделка? Вывозил. Что вообще происходит? Пантеон? Let me get this straight, Mr. Marshall. The group you claim to be the Pantheon was a multinational, heavily armed paramilitary force that showed up out of the blue. At this point, you're told to wait for backup, but you decide to play cowboy instead. We had to act fast. Our window was closed. Did he or did he not disobey your order? Yes, sir, but the accelerated timetable made... That's what I thought. I've come to expect this from you. Not from you. Sir, our objective was to recover Alawi by any means necessary. Oh, I'm aware. So, care to explain why he's on a slab in the morgue right now? Things got complicated. Ситуация усложнилась, говорит. Who are these people? The Pantheon is composed of former European and US operatives. I don't know who leads them,
They're blocking our exfil. We call in reinforcements of Wait. Wait? The hell with that? Faraj, come in. We're headed your way. No, we're compromised. Alawi will slow us down. Alawi, you going with us to the Pantheon? I'm going with you. Damn it, Troy. Smart man. Case, let's start by softening them up. Так, меню снаряжения. Так, изменяйте свои комплекты экипировки, выбирая из-за меня и входящие в него предметы. Вот это я, наверное, зря сделал, да? Блять, нахуй мне этот пулемет ваш дурацкий? Гранат! Так, две секи, ребят. Все, погнали дальше. Ой! Так. Тихо. А, подожди, у меня же есть еще машинки, да? Как-то она управляется странно, конечно. Слушай, карта, ну, очень прям такая ярко довольно. Не попал? Что? Там же перед ним прям слепо взорвалось. О, смотри какие. Ну-ка. О, смотри, что сделали, да? Не, вот, вот это неплохо, я считаю. Это прикольно, это интересно. Это... Ой. Чего в этот раз на огне можно загореться? Как мы все уже полюбили все эти шутеры, да, с эвакуацией. Сделали переключение вот это вот прикольно. Прям за машиной, слушай, их можно убить. Тихо, подождите, пацаны. Да. А кто стреляет? Ебать, как грена долго взрывается. Блять, грена! Ух ты, бля! Еще бы выглядывать бы можно было бы, ну, по кнопке. Так, это что у нас? Дробовики, да? Чего, из него пулемет сделали? Освал, освал. Скоро в КБ появится освал, значит, да? Это прям неплохо, неплохо, неплохо. Освальчик, это хорошо. Опа. Ты чё, Адлер, нихуя не попутал? Marshall, Woods' new project. You can ease up, son. I'm all done here. Jane. Только что хладнокровно убил важную цель. Нашу безопасность. Слон берет ладью.
Да тут какой-то лютый заговор вообще происходит у них, да? Прям лютый-лютый. Кейс, бери гранатомет, собьем его. Ну, я сейчас попаду с первого раза. А, тут самонаводящиеся даже, да? А вот он в нас попал нормально. Конечно, почему же не в нас прям, да? Слушай, ну вроде есть такая внутренняя, что типа хочется поиграть. Вроде как-то прикольно даже получается, да? Прям очень хочется, интересно. Есть такое. Russell Adler. Condition, Mr. Woods. So why was he trying to tell you something in Kuwait? Bishop takes. Что это значит? Слон берет ладью. No clue. Понятия не имею. Okay, then. Неплохо. Ну хорошо, на основе неохотного доклада Хэрроу и сокрытия важной информации о Рассела Адлера. Ваша команда отстранена. Вы что, серьезно? Это дерьмо, это бред. Вы что, говнюки, охуели что ли там совсем? Вы понимаете, сколько... Что, говорили по-русски? Че? Бля, пропустил что-то. Уделите время тому, чтобы подумать об этом. О чем-то там. I love you, говорит, я люблю вас. Странно, конечно, заседание заканчивается. В моем офисе через 5 минут. Я бы посоветовал вам не углубляться в эту тему, Маршал. Или Маршмелло его звать, может быть. Может, не Маршал, а Маршмелло? Ну, типа, что-то типа того. Водичкой его решил напоить. Восхищаешься собственной работой? Не могу поверить, что ты сохранила это. Не все напоминания — это шрамы. Почему мы здесь, Харо? Потому что вы что-то знаете. Не расскажете, чем вы занимаетесь? Мне и ребятам просто нужно немного отдохнуть. Знаешь, отправиться в небольшое путешествие и немного подумать о жизни. Слушай, я прикрою ваши задницы со всей стороны, как смогу, но если все снова пойдет наперекосяк, вы сами по себе. Принято. За мной должок? Должок? Как насчет дюжины? Сделай мне одолжение, Трой. Не дай себя убить. Как получится. Три дня спустя. Завершите эпизод «Слон берет ладью». «Слон берет ладью». Конечно, Вуд знал, что это значит. Адлер указывал на что-то на Черном море. По словам Вудса, 15 лет назад они и Адлер обнаружили заброшенную конструкцию. Она называлась «Ладья». Бля, что-то знакомое, да. До того, как исчезли, Адлер вел работу, по слухам, об этом группировки. Подожди, а что здесь случилось с графикой? Почему здесь ролик такой? Ну, в хуевом качестве. What we found here over the last couple days has changed everything. Now I'm questioning what I believed about Adler, about Livingston, about the CIA itself. I have my doubts about going dark on Jane. Нам дальше стоит работать с Джейн. Возможно, Вудс прав насчет ее ценности. She'll be in the crosshairs if Langley learns what we're up to.
Adler brought us here for a reason. To stop the Pantheon before they strike. To do that, Woods believes we'll need him back. That won't be easy. But Adler left a name to follow. It's a good place to start. Тайны, секретики. Не будем терять время. Ты знаешь план. Подожди, а мы кто? Человек, которого вы встречались до сих пор, не... Почему, Адлер? Who can we trust? Duma agreed to meet Case in Avalon, so we're doing this. Как всегда, доверять, наверное, никому нельзя вообще. О. А мы вообще кто? Есть зеркало? О, слушай, они там могут пиздеть, а я могу бродить? По хате? Серьезно? Опа. Я могу ходить, хаты открывать даже. Интересно. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. А, подожди, во. А, не. Не, подожди. До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ля, си, до, ре, ми, фа, соль. А, подожди, не. Все правильно же или нет? До, ре, ми, фа, соль, ля, си. Ля, си. А, погоди. А, да, до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Слушай, ля, си, до, ре, ми, фа, до, ре, ми, фа, соль. Блять, не, сука, я хочу разгадать, подожди. Ля... Блять, заново. До, ре, до, ре, ми, фа, со, ля, си. Ля, си, до, ре, ми, фа, со. Фасоль, блядь, фасоль. Соль это пятая, блядь. Соль это пятая. Пятая это соль. Вот. Семь. Шесть. До. Ре. Ми. Фа, соль. Ой. И типа, и чё?
Ебать, а что тут два Ре? Три... Подожди. Два... Опа. Один ми... Один ми... Два Ре... Три Си... Четыре До. Пять Ре. Один, два. Это кнопки на... Это как это подписано, да? Один, два, три. Оно вон как. Ми один, два Ре. Подожди. Ля надо, да? Подожди, это тоже Ре. Это До, Ре, Ре, Си. Ебать, нихуя мы сейчас тут, слушай, уснем, блядь, да? А, местами перепутано. Ми. Ре. Два Ре, три Си. Три Си. Четыре До. Пять Ре. До, Ре. А почему это тоже Ре, а это тоже Ре? Почему две Ре? До, Ре, Ми. Пять, четыре, один. Три. 5-4-3-1. Ладно, мы к этому вернемся, я уверен. Я думаю, мне в комментах как раз напишут, что там надо это ввести. Так, а мне куда надо? All right. What kind of life savings you got? No wonder you're still alive, Case. Always serving up the top sirloin of bullshit. I'm gonna cut to it. We can't do shit with this house, considering our money situation. This place might have been fine for Adler, but for a team, I'm thinking overhaul. An armory, place to train, gear bench. Not to mention. Нихуя у него планы, да, наполеоновские? There's that won't be free though. Слушай, тут прям какие-то разговоры они сделали, они прям начали по-другому все это, да, типа, мутить. Ну, ладно, что, поехали. Начать опираться. Адлер причине оставил информацию о Севате Дюма. Everyone's looking for who to push off the slide. When they pick a target, they hire someone like Savati. Надо в доме смотреть разгадки. Ой, загадки. В доме, наверное, очень много загадок всяких разных. Прям очень много загадок. Слушай, это прикольно, это интересно, нифига они, ну, сделали. Это прям... Это прям плюсик. You'll scratch her back. Sure as hell, watch your own. Trust has got to be earned. Так, ну сейчас опять у нас километр, наверное, загрузка, да, будет происходить или нет? Но если я не забыл, то я вырезал, ребят. Но если я забыл, то вы сидели, смотрели, как я втыкал в телефон. А я мог забыть вообще, как делать нефиг.
кто-то позвонякал. Hello, Кейс. Привет, Кейс. Проверь под телефонной будкой. Яник. Его зовут Яник. Он брокер гильдии. А сегодня вечером он будет на своей яхте отвечать на звонок Монтеона. Мы будем слушать. Как только звонок завершится, ты прикончишь Яника. Это выманит цель, которая мне самому деле нужна. Но обо всем по порядку. Так, где находится Яник? Что мне нужно знать о Янике? Ты где так? Открывается прекрасный вид на яхту. Окей. Что мне нужно знать о Янике? Торгуют оружием, наркотиками, женщинами, все, за что платят. Ходят слухи, что Пантеон хочет установить контакт с гильдией. Так что Яник прощупывает почву. Йохан Зейди. Ну все, понял, давай. Так, посмотри, так, доберись до колокольни. А, подожди, вот это же враг? Да? А тут есть добивалки? Живой щит. А почему на АМ нейтрализовать? А, на В. На В теперь. О, они добавили взлом замков, серьезно? А подожди, а что надо нажимать? А, повернуть отмычку. Ну это, конечно, не Скорим вам. Но, типа, тоже пойдет. Ладно. Нажмите И, чтобы бросить ловушку. А, вон какие ловушки, да? Так, присядьте и прячьтесь. Это понятно. О, она еще убила. Слушай, нихера себе. Она убивает, эта ловушка? Блять, нихуя! Ой! Подожди, братан! Меня обнаружили так быстро. Слушай, пистолеты, вроде оружие приятно стреляет. Тихо. Так, а чё нам... ХП вроде, слушай, прям неплохо так. Если вы это видите, то молчите. Вы ничего не видели. Долго думаешь? Деньги? А зачем я деньги собираю? С помощью денег вы сможете приобрести в убежище новые способности. Способности новые? Чего? Для компании есть способности? Это что? Это что-то... Это новый уровень какой-то, блядь, да? Бля, я ножом сегодня попаду, нет? О! Так, а чё, паркур? Да. А сюда? Хуй, да? Чего? Ну через ящики... Нет, через ящики простреливать, это, конечно... Это беда какая-то. Это неправильно. Так, а мне вообще надо как, блядь, по низу куда тут пройти-то? О, нож какой-то, смотри, блядь. Деньги.
А, ключи. Ключи нашли, да? Какой? Какой шмевер мумеке? А, вон туда куда-то надо, да? Тут мы нашли ключи. Блять, ну мне, знаете, у меня такое ощущение, что это будет вообще самая охуительная компания, которая выпускала колда. Мне кажется. Вот если бы еще здесь была бы русская озвучка, вот это вот точно было бы вообще просто офигенно. Тут можно что-то покупать, что-то улучшать свою какую-то ба... Оп. Так, а это? Лечь! Got your advance. My boys are still counting it. It's all there. А, во! Remember, this deal is one... Это одноразовая сделка. Ты отправишь оборудование сегодня вечером, понял? Это не то, о чем мы договаривались. Сегодня вечером, Яник, не испытывай мое терпение. Как-то связано. Мы получили то, что нужно. Блять, прямо в очки, да? Ты хороший стрелок. Но я не мог не проверить это. Подожди, а чё? А, и слушай, а мы тут по крыше, а у нас есть парашют? Нет, нет парашюта. Не получится. Придется по лестнице спускаться. Yannick was just our first domino. We have more work to do tonight. Head back towards the... Подожди, а мы можем... Слушай, стой. Guards inbound. Word on Yannick got out. Подожди, где перезарядка? Чего? Прям сюда залез? Это чё, блядь? Нет, нет! О, чё? Чё? Yannick was just our first domino. We have more work to do tonight. Head back towards the payphone. I'll pull up in the white van. Guards inbound. Word on Yannick got out. Блять, тихо, трусами не зацепиться, главное. Так, а вы откуда там залезли, интересно? Подожди, я могу вот так, наверное, и вот так. Блять, о! А, нифига себе, да? А это не открывается? Нет. Быстрей! Кейс, фургон. Какой фургон, блять? Мы тут просто по воде сваливаем. Это что? А, это тип. Вылезти можем же здесь, да? Turn it down.
Это Габриэль, там он свой. Они созвали экстренное совещание в Шатодал Тулутак. Три лидера гильдии будут присутствовать. Они хотят сгладить разногласия. Я хочу получить деньги, поэтому мы это... Да, да. Это местное такси типа такое, да, у нас? Just enough time to get changed. There we are. Fits for guild security. Ни хрена себе она переоделась, как, да? Pantheon's the icing on the cake for me. А че не показали, как переодевается? This is my stop. Что за несправедливость? Get to the safe room's antechamber on the second floor. An alarm will go off. That's okay. The guild doesn't know you. So your best option is to surrender and play along. When you get inside, wait for my cue. Ждать твоего сигнала? А, о, можно выбрать что-то, да? Так, это вот кого надо убивать? А, это досье можно почитать, слушай. Прикольно. Световые. Пистолет давай возьмем. Мы бесшумненько пойдем. И погнали. Блять, ну, слушай, мне нравится. Прикольно. Доберитесь до убежища в ресторане. Как оружие убрать? Из всех мудаков гильдии соврашь, сегодня сегодня мы большой мудак. Поссать решил, да? Ну, все получается. Поднять тело. А, вот так даже, да? Ну-ка, погоди. Блять, братан, ну, чувак захотел уехать. Ну почему? Там у тебя получилось посадить, а тут не получится. Сука, ладно, лежи. Хотел его на мотоцикл посадить, что типа уехали. Ну-ка, вот так, если... Чё будет? Надо было как живой щит его использовать, слушай. Блять, подожди! Где мой пистолет? А тут что, я смотрю, три ножа... Четыре ножа, тут можно много ножей собирать. Пятый можно? А пятый нельзя. Четыре ножа можно взять с собой, слушай. Блять, я... А чё, бесшумно у меня не получается, да, заходить? Слушай, дай... Пизду вас, блять, заебёте. Нихера себе. Смотри, что-то подожгли. Опа. Броня. Тут броню надо находить, смотри, мой. Че? Это что сейчас было?
Блять, кто-то куда-то подписался. Воу. Тихо, пацаны. Перезарядка. Что у вас есть по оружию прикольное? Нихуя нету, да? Брось оружие и положи руки на стол. Бля, может быть, надо было стоять и не бросать оружие, надо было, блядь, посмотреть, что бы это дало. Не двигайся, Кейс. Это все был коварный план. Это и мадемуазель. Жди моего сигнала, не раньше. Расписание изменится. Я хочу, чтобы груз был отправлен сегодня вечером. Вы ЦРУшники все одинаковые. И этот тоже смутьян. Что там происходит? У нас посетитель. Зашел прямо в логово льва один. Без приглашения. Может быть, это работает на конкурента? Или Пантеон пытается нас прижать? Мы пришли к вам. Это, бля, это больно. Он сразу узнал. Блять, давай, бери быстрее ствол. А, тот тут того успели вытащить. У меня один патрон, вы что, угораете? В смысле, я какую палку, блять, взял? Бля, я пока там соображать буду, от меня все убегут. У них оружие! Там что-то нельзя было убивать или что? Блять, молотов? Да блять, что я там зацепился? Надо, кстати, ДЛС включить. Подожди, ну-ка. А... Давай мы это сейчас сразу посмотрим. Настройки. А ДЛС у нас же в графике включает. А в качестве, наверное, да? Глубина резкости. А тут они поиск. А, вот есть поиск, да? Ну-ка, да. О. А где она, блядь? Вот так, типа, надо, да? Ой, типа. Ёб твою медь, а вас чё там так много-то, а? А моего ствола нету? Нет, нихуя нет моего ствола. И тут, блядь, всё без прицела. Нате гранату. Можно перелезть тут? Нет, нельзя. А почему у этих ХП есть? Кирка, блядь. Броню. Это что у него за ХП такое?
Это типа джаггернауты какие-то, я так понимаю. А еще я заметил, я вот сейчас DLS включил, и когда-то он переключается, и получается как будто это... Как его? Бля, это я гражданских въебал? Я думал это... А я думал, это они бегут. Мои патроны не засчитались. Гори в аду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, блядь. Я тоже немножко подгорел. ЦРУ может сесть за Пантеоном. Будем надеяться, что он не прав насчет таинственного оружия. Maybe it's time you take me to this safe house of yours. Got word from Case. Savadi Dumas agreed to join us at the Rook, so we're two for two. I'm returning from Munich with Felix Newman. Newman's cut from a different cloth, a brutal Stasi enforcer and a tech genius. He used to be a pain in the CIA's ass. That was before he gave the middle finger to the Stasi and defected to West Germany. Newman claims he's moved on from a life of violence and doesn't even arm himself anymore. But one way or the other, he couldn't turn down a chance to stick it to the CIA once again. He'll get that opportunity soon. He's gonna try to break into Langley's network and find out where they're holding Russell Adler. Russell Adler. Короче, нам надо найти Адлера еще, да? Я так понимаю. Still haven't warmed up to that Sev yet, but hey, at least we didn't get killed in our sleep. Ебать, что так ярко? Да, все, и тут, короче, смотри, вот опять можно брать задание, а можно обследовать дом. Надеюсь, код вы мне напишите, ребят. Вот. А на сегодня, я думаю, это достаточно, так что будем проходить дальше кампанию. Кампания вроде интересная, прикольная, так что посмотрим, что будет дальше. Хорош говорить. Вот. А на этом ролик заканчивается, ребят. Всем хорошего настроения и до следующего ролика. Не забываем под... Блядь, что я наговорил нахуй? На этом ролик заканчивается. Всем спасибо, кто досмотрел ролик до конца. Не забываем подписываться на канал, ставить лайки, писать свои прекрасные комментарии. Напоминаю, что на Твиче проходят стримы, ссылка в описании. Также есть Телеграм, где есть все новости, есть Дискорд, есть ВК-группа. Все ссылки под этим роликом. Переходим, пользуемся и радуемся. Вот. Ну а на этом ролик заканчивается. Так что всем спасибо, всем хорошего настроения. До следующего ролика, ребят. Всем пока-пока.